Всем привет-привет! В этом видео пойдет речь о дропе в игре Viridia, симулятор ухода за комнатными цветами. В данной игре предоставляется нам возможность виртуально выращивать комнатные растения. В игре разнообразие горшков, вот как видите, цветков. Есть внутриигровая продажа семян цветов. И, соответственно, есть дроп. Растения сажаем, ухаживаем за ними, поливаем, получается красота. Улитки для настроения ползают. Ну, суть не в этом. Я в основном хочу рассказать, как в нее зайти и получать небольшие скины семян. Так, начнем. Когда вы первый раз войдете в игру, вам предоставят возможность выбора, вот как видите, горшков. Горшков, как и говорил, разнообразие. Но я выберу такой горшочек. Далее нам предоставляют возможность выбрать, какие растения мы хотим выращивать. Ну, выбираем любое и пишем имя горшка. Выращивать будем растения те, которые у вас есть семена. Вот, зашли в игру. Далее поливаете, как говорю, что хотите, то и делать. А можете ничего не делать. Раз в неделю заходите. Нажимаете вот сюда, чтобы появилось вот такое кругленькое окошечко внизу. Смотрите, вот оно. Заходим сюда, нажимаем. Далее нажимаем на домик. И, как видите, нам выпало семя. Семя какого-то красивого растения. Все, мы получили еженедельный дроп. Падает строго раз в неделю. Неделя прошла, зашли, получили свое семечко. Вещи в этой игре не продаются, но не подлежат обмену. А все, что подлежит обмену, как говорится, можно неплохо постараться обменять. Так что заходите раз в неделю, получайте скины своих семян. Хотите, выращивайте растения, хотите просто. Семенами можно также украсить ваш профиль. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать по дропу в этой игре. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.